А старший инструктор пожарный Геннадий Пушкин твердо знает, его призвание – спасать людей от огня. Стать пожарным он мечтал с детства и ни разу не пожалел о том, что выбрал такой нелегкий труд. Геннадий Пушкин – уроженец деревни Полевые Хачики Чебоксарского района. С детства мечтал о мужественной и благородной профессии, как и многие его сверстники. Уже тогда ему приходилось не только видеть, как тушат пожары взрослые, но и самому помогать. Но еще большее впечатление на деревенских ребятишек произвела тогда работа пожарных профессионалов. После грозы загорелся дом. И мы все побежали, и приехали пожарные. И нам очень интересно было вот это наблюдать за ними, как они быстро, слаженно все это приехали, развернулись, потушили. И вот у меня в мыслях осталось, может, вырастут тоже, ну, на такой путь встану. Потом в 5-м классе пригласили участвовать по пожарно-прикладному спорту. После окончания школы Геннадий Пушкин служил в мотострелковых войсках. Именно в эти годы он и определился окончательно в выборе профессии. В части стояла пожарная машина. Мимо проходил, все смотрел. Там солдаты, срочники пожарные были тоже. Смотрю, они тоже быстро все делают, свое дело мастерски. По окончании срочной службы Геннадий Пушкин вернулся на родину и вступил в ряды огнеборцев. Начал службу в пожарной части номер 3 по защите тракторного завода города Чебоксары. Здесь он получил первый опыт в спасении людей. Это было в 95-м году, летом. 17 домов горело. Вот это запомнилось на всю жизнь. Потом сразу второй выезд был у меня тоже, уже 15 домов горело. Вот эти два пожара сильно остались в моей памяти. Мы спасли, получается, несколько жильцов. В 1997 году Геннадия Пушкина перевели в 5-ю пожарную часть, а в октябре 2013 года на ее базе сформировали специальную пожарную часть по тушению крупных пожаров. К тому времени Пушкин стал старшим инструктором пожарным. С тех пор он постоянно работает с личным составом и нередко выполняет обязанности руководителя дежурной смены. А в 2007 году в Чебоксарах он принял участие в ликвидации пожара многоквартирного жилого дома по улице Энтузиастов. Открытым пламенем горит квартира, балкон. Люди кричат о помощи со всех сторон. С 9-го, с 8-го, 6-го этажей. Тогда звено Пушкина спасло от неминуемой гибели 10 человек. За этот подвиг прапорщик Пушкин был награжден одной из самых важных наград спасательного ведомства – медалью за отвагу на пожаре. И это далеко не единственная награда отважного огнеборца. Каждое поручное дело выполняет с ответственностью, с долгом. И я не переживаю то, что это... задача не будет выполнена. То есть я уверен в нем полностью. Ну, конечно же, еще Геннадий Александрович у нас является опытным наставником. Это пример для всей нашей молодежи, которая поступает к нам на службу. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.